Итак, привет, дружище. Надеюсь, не последний раз. Ставь свой княжеский лайк или королевский дизлайк. Не суть. У нас сегодня битва замков. Походу все. Вот. Займусь сегодня тем, что ждут многие. Вот. Многие обрадуются. Вот. Типа, наконец-то этот урод сольет свой аккаунт. Но к этому решению я шел, ребятушки, очень долго. Как бы вам объяснить? Ну, я аккаунт повидал очень много. Тут уже, что уж тут скрывать, играю больше 5 лет. Настало то время, когда придется все это дело прекратить. Только нужно найти того героя, в которого я могу слить. Сейчас я вам объясню, что зачем и почему. Так, где у нас? Ну, пока буду сливать, буду вам рассказывать. Так, улучшить навык героя. Так, и... Да ладно! Ладно, расслабься, ёпта. Расслабься. Пока что сливать аккаунт мы не будем. Вот. Тут же кто-то начал радоваться. Эй, этот мудак сольет аккаунт. Кто-то, наверное, наоборот, расстроился. Ну, а кто-то начал радоваться. Наконец-то князь перестанет играть в эту игру. И он начнет снимать другие видео, которые вообще не будут набирать просмотров. Ладно, не суть. И попробуй мне только в комментариях написать, что... О, князь, кликбейт. Нет, мы сегодня будем сливать аккаунт. Будем сливать мой аккаунт. А, правда, не до конца. А, пошли, вам сейчас все объясню. Хотя мог, конечно, подольше эту комедию я поломать. Ну и как бы я не говорю, что никогда не произойдет такого, что я буду сливать свой аккаунт. Да, может быть, я возьму когда-нибудь его и солью. Что ж тут греха таить? Но не сегодня и не в ближайшее время. Вот, так. Мы на аккаунте яйца. Это бездонатный аккаунт, на котором я играю с нуля. И, как вы понимаете, стало скучно на нем играть. И я, конечно, не буду его сливать весь, но кто смотрел прошлый выпуск, я просил вас поставить там 1000 лайков. И, ну, вы, наверное, там не поставили, потому что видос не набрал просмотров, но не суть. Я там говорил о том, что давайте сделаем немножко разнообразия. Я поиграю с чистой силой, а это значит, что мне нужно слить всех допов, посмотрим, сколько силы останется на яйце, вот, ну вот такое разнообразие, я не говорю, что я буду очень долго играть с чистой силой, может быть, поиграю, я не знаю, может быть, через неделю восстановлю допов, а может быть, там, пару лет буду играть без допов, а может, вообще пару лет играть не буду, не суть. Вот, просто хочется разнообразия, посмотреть, что будет. И сейчас тоже многие напишут в комментариях. Князь, ты все время был против чистой силы. Ты должен был бороться со злом, а не возглавить это зло. А я его возглавил. Ребят, я до сих пор остаюсь при своем мнении, что механика игры, она рассчитана на то, что вы должны играть с большой силой. И вы должны качать силу, и там распаковывать допов, да, искать золотую середину между количеством силы, количеством открытых допов и прокачкой основных героев. И как бы я не отказываюсь от своих слов, играть с чистой силой я считаю неправильно, даже несмотря на то, что механика в игре зачастую сломана, и, к примеру, чтобы в запределье забрать Мэри и там кого-то что-то проходить, тебе нужна маленькая сила, потому что с нормальной силой ты не сможешь этого делать, потому что там убер все перекачано. Вот. Но ради эксперимента, ради прикола, почему бы, ребятушки, и не да. Извините, извиняюсь перед теми, кого напугал. Вот, не суть. Да, и, кстати, по поводу других видосов. Ребят, есть у меня канал подкаст Князя. Я там буду, как бы, стараюсь там снимать видосы, не связанные с игровым контентом. Еще я возобновляю жизнь канала Балабол. Там будут вырезки со стримов, которые я сейчас буду проводить каждое утро на Твиче. То есть там будут какие-то реакции и так далее. Опачки, смотрите, как это... У нас тут дело забаговалось, интересно. Ладно, заходим.
и пытаемся слить ненужных допов. Главное тут сильно не накосячить, не знаю, в кого мы будем сливать. Слушай, наверное, будем сливать какого-то Фобоса. Вроде бы я всех героев распечатал, у меня должно быть все хорошо. Запоминаем, у меня 179 тысяч силы с половиной. Раньше вас просил запоминать, типа, и смотреть, сколько у меня получилось прокачать силы, а сейчас будете смотреть... Ой, сколько у меня минуснется силы. Слушай, я не знаю, вроде все герои должны быть распакованы. Малыш Ник, Трифит. Ну, потом, если что, конечно, будет виднее. Вот. Ну, то есть я буду оставлять героев только тех, которых у меня нет. Но Трифида я не вижу вроде. Ладно, давай. Оставляем по одному герою каждого вида. Ну, ради того, чтобы судьба работала. Сами понимаете. Сливать буду. Давай буду сливать. Так, кто у меня тут недавно появился? Давай-ка буду сливать. Слушай, ну давай в дуэлянта. Улучшить навык. Так, зеленых героев оставляем. А что-то, подожди, а где мои синие герои? Подожди, вот три. А, стой, подожди, надо у всех руны вытащить. Надо у всех руны вытащить. Наверное, где-то они, видишь, где-то есть. Так, тыква остается. Все остаются. Это что, вторая Афина? Нет, мне кажется, это основная Афина, да? Да. Так, Асура основной, тут основной. Да, тут как бы у многих даже и нет страна, почему? Стой. Подожди, у меня вообще что с гарнизонными героями? Ну да, они у меня есть, просто видать в них стоит... Стоят руны. Ну ладно, я-то их все равно сливать не собираюсь. Потому пошли сливать допов. А, так, и такое количество героев сейчас в игре, что, ну, запутаться можно просто на изи. Так, смотри. А, так, Седна, эти есть. Эти есть. Дальше. Это все не... О, одна Асура лишняя. Давай, на слив. Герои высокого уровня должны быть принесены в жертву вручную. А, хорошо использовать. Я уже испугался, что я слить не смогу. Я такой думаю, блядь, что за механика-то новая, а? Так, использовать. Все повторки, да? Чтобы у меня в алтаре не было одинаковых героев. Но я думаю, что силы многое не потеряю, потому что, ну, в целом, если объективно смотреть на аккаунт, у меня допы каким-то сумасшедшим образом не прокачаны. Блин, сейчас боюсь, конечно, солью какого-то там, ну, допа с хорошим талантом. Ну, не допа, да, там, у меня ж много героев. Там, допустим, два капитана Дрейка. На одном талант стоит нужный, а на другом таланта не стоит нужного. Но, как бы, ладно, у меня, ну, без проблем на роли. Так, Триант это, наверное, основной. Так, рыцари тьмы, смотрите, сколько. Тоже идут на слив. Я вот смотрю на силу, 172 тысячи силы. И как бы она, скажем так, не сильно падает. Вот этих ребят сливаем. Так, Купидона. Надеюсь, там основного не солью. Так. Ну, давай. У меня Купидон основной по-любому нормально прокачан. Еще надо со всех руны снять. Ой, сколько снеговиков. Да, то путаться можно будет. Оставляешь по одному герою, а он оказывается доп. Ну, короче, еще пройдусь, везде руны поснимаю. Так, Атлантикора, до свидания. Да, давай. Так, уже 160 тысяч силы. Давай от греха подальше, везде все сниму, чтобы, ну, картина была... Явный, да? Так, снять. Снять. Ну, хотя Феникса у меня повторок нету. Так, это мы снимаем. Мы снимаем. Ну, заодно потом сделаю ревизию, да, из эмблемы рун.
Да, потому что, видишь, он-то показывает только тех героев, которые, скажем так, без эмблемы руны. Получается, что я все равно по одной повторке оставляю. Я это считаю неправильным. Так, ну остальные... Так, все. Думаю, что все хорошо. Вот теперь и возвращаемся. Да, мы сливаем все в дуэлянта. Уже 6 уровня он. Это вам не шутки. Так, герои. А, так. Угу. Вроде бы. Окей, ну-ка. О, видите, сколько тыкв сразу появилось? У меня где-то и основная тыква есть. А, ну это это мы от сильных к слабым. То есть надо вообще-то идти в конец списка. А. Ну, да, и те герои, которые используются. Подожди, ну-ка давай я всех вообще сниму с таблеток. Так. Это, слушайте, вот это так сложно брать и сливать героев, в особенности, когда тебе каких-то надо слить, а каких-то не надо. Так, таблетки освободил. Так, здесь есть. Дальше. С лавы тоже создать команду, изменить настройки, сохранить. Окей. Дальше, саммит тоже проверяем. Тоже все окей. Но по идее они должны сейчас все отображаться. Если я не потерял навык сливания аккаунтов. Так, и теперь идем вот в конец списка. Там должны быть самые сильные. Я не понимаю, а где? Или типа, да, герой на максимум прокачан, его нельзя слить? Ну окей. То есть я тут вообще никакого героя с эволюцией не вижу, понимаешь? Но оно как бы и хорошо, но где-то я еще, видать, накосячил. Ладно, вот плевать. Если что, потом вы напишите в комментариях, где у меня какая повторка. И, конечно же, я возьму потом впоследствии тоже досолью героя. Ну, к примеру, на каком-нибудь стриме, да? Так, все слили. Обратно в список. Так, 153 тысячи силы уже. Печаль, беда, тоска. Так, ниндзики пошли. Суккубы пошли. Ух ты, сколько у меня там рыцарей, я вижу. Так, здесь, окей, суккубы. Есть. Каждый раз так листать неудобно. Но мне кажется, таким образом ты лучше понимаешь. Она оп-оп-оп. Рыцари просто невероятное количество. 142 тысячи силы. Слушай, нормально все-таки отнимается. Эх, так, друиды. И одного бога грома. Друиды и одного бога грома. Дальше. Ой-ой-ой. Сейчас бы запарился, слил бы. Вот весело было бы. Ну, по крайней мере, вам в комментариях было бы очень весело. А, так, дальше. Дальше, смотри-ка. Дальше, дальше. Повторок вроде бы и нема. Подожди, триант 120 уровня. Где-то у меня же есть и получше триант. Ну да, то есть у меня Тесса есть большего уровня. Шаг, где у меня могут быть герои использованы? Типа здесь, здесь не могут быть. Потому что, смотри, заходим в алтарь, целая куча мест, кстати. Смотри, вот у меня 68 героев из 170. Ага, а в Нарсии 65. То есть, ага, у меня где-то 3 повторки. У меня 3 повторки и... То есть мы можем Тессу слить.
и трианта как минимум слить. Окей. Да. Ладно, давай сливаем. Тес. Ой, как и листать теперь далеко не надо. Так, улучшить навык. А, сливаем Тессу. И маленького левела трианта. Использовать. Да, детка. Окей. И третий герой. Третий. Так, что у нас тут? Купидон. А может быть какой-нибудь Купидон маленького левела. Мо... Подожди, это кто? Это профессор Риббит. Так, Бигфут. Бигфута у меня нету. Кто-то вот повторка какого-то основного героя, героя по-любому. Бигфут. Подожди, может хранитель? Да, хранителя сливаю. И все. И у меня будет идеальный аккаунт. Так, хранитель. Хранителя сливаем 120 уровня в дуэлянта. Улучшить навык. Дуэлянта. Так, сегодня на стриме будем, будем ковыряться и открывать, ну, недостающих героев, чтобы вот прям все были. И у нас, по сути, все. У нас 65 героев. 65 героев. Ну, хотя, опять же, да? 65 героев из 65. Ну, вроде совпадает. Вроде бы, ребята, у нас все совпадает. Так, волшебная кузница, заходим. Забираем. Ну, вот такое вот видео слития аккаунта. А, то есть, теперь... Для судьбы мне надо посмотреть, у меня вот вроде и Трифит не распакован, да, нужно синих героев распаковать каких-то вот, чтобы все разновидности героев были для судьбы. И тогда все будет хорошо. И теперь смотри, теперь меня не будет парить то, что не хватает мест в алтаре, вы просто посмотрите теперь сколько свободных мест. Сила 136, грубо говоря, на 40 тысяч силы упала из-за слития допов. Вот такие вот дела. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Я примкнул к силам зла. Ненавижу чистосильщиков, чистосильников. Не знаю, как вас называть, насильники. Хотя сейчас на самом деле таких аккаунтов очень много. Даже топовые аккаунты, которые там в топовых гильдиях, зачастую реально чистосильные, потому что там огромнейшее количество мест свободных для допов, но они не распаковываются по той причине, что нужно сдерживать в гильдиях силу. Даже и такое бывает. Ну чё, давайте свои советы в комментариях, пишите, что делать дальше. Продолжаем эксперименты, развиваемся, прокачиваемся и всем пока.